В мэрии последствия непогоды назвали форс-мажором. Там заявили, что пока не готовы говорить о материальной помощи горожанам, пострадавшим от ночного ливня. Позиция мэра такова, что выплачивать денежные средства за то, что пошел дождь, абсурдно. Одесситы, пострадавшие от невиданного за последние 30 лет ливня, остаются с проблемами один на один. Теоретически на материальную компенсацию могли претендовать наши земляки, у которых затопило жилье, причем как в историческом центре, так и в новостройках. Также заслуживают внимания и автовладельцы, чьи машины пострадали от деревопада. Ну и, наконец, не сумевшие добраться на работу жители поселка Котовского. Транспортные расходы самых смелых и отчаянных составили около 1000 гривен в оба конца.